Всем привет, уважаемые дамы и господа, подписчики канала и случайные зрители. С вами Равен Арматурович Бетонский и канал «Пиво делаю сам». Друзья мои, сегодня мы будем дегустировать очередную обезьянку. Такую обезьянку я еще не пробовал. Если у кого уже есть в ваших магазинах такие обезьянки, вы ее попробовали, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, если вам это не так трудно сделать. Баночка у нас из холодильника. Ну, она уже минут 10 где-то уже, так сказать, оттаивала здесь. Потому что, естественно, я провозился. Но я думаю, что вкус раскроется с новой силой. Друзья, что же это за обезьянка? Это хоп-райдер. Исланд Лагер. Начальная плотность 10,5%. Фокусирует, не фокусирует. Ну, не суть. Можете мне верить, если не фокусирует, то что здесь 10,5% начальная плотность плата. IBU 20, это горечь, и алкоголь 4,5%. Друзья мои, ну вот такое вот, я так понимаю, летнее пиво, да, легенькое. Давайте сейчас мы с вами откроем и попробуем. Сегодня Равен Арматурович будет пытаться закусывать вот такой вот рыбкой. Сушеные креветки. Это не вареные, ребята, креветки, это сушеные. Вот такая вот интересная закуска продается у нас в КБ в Санкт-Петербурге. Креветки я уже такие пробовал, они мне зашли. Кружка времен СССР, это маленькая кружка, ребят, 250 миллилитров. Видите, размером практически с банку. Но я думаю, что самое то под такую баночку 0,33. Друзья мои, кто еще из вас не подписались на канал «Пиво делаю сам», подписывайтесь. Кто не поставили лайк, ребята, ставьте лайк. Ну, а мы приступаем. Давайте открывать и дегустировать. Данный ролик не является пропагандой алкогольной продукции, а носит чисто дегустационный характер. Ознакомительный, ребята. Чисто для вкуса. Не для того, чтобы напиться, а чисто для вкуса. Вот такие вот, кстати, стали QR-коды на крышечках. Открываем, друзья. Что, подписались, я надеюсь? Кто не подписался, подписывайтесь, не нахальничайте. Ногти самое главное не сломать. Друзья мои, давайте наливать и смотреть, что же мы наливаем. Вот такой вот легенький цвет у него, у этого хоп-райдера. Ну, естественно, всю банку сюда никак не залить будет. Пена обычная для лагера. Ну, ребят, напомню, начальная плотность здесь всего 10,5%. Но я, кстати, свое домашнее пиво тоже выводил на такую начальную плотность. Посмотрите на цвет. Тут немного как бы отсвечивает тоже. Ну, вот такой вот обычный цвет. Такая вот пена. Друзья мои, давайте нюхать. Ребят, ну, запах обычного лагера. Но, как ни странно, ребят, аромат хмеля здесь чувствуется. Не знаю, как дальше будет. Может, он выветрится, но я вот его чувствую. И хмель, и пшено очень нежные, как бы есть это сбалансировано. Ну, ладно, ребят, за всех подписчиков канала «Пиво делаю сам». Ребят, за вас. Очень легкое, ребят, нежное пиво. Знаете, вот изначально мне показалось, что сейчас будет чисто вкус порошкового лагера, как в большинстве случаев продается в масс-маркетах, но нет, здесь,
Здесь немножко другое. Ребят, для лета, для жары самое то, если честно. Не ожидал, если. Думал, ну вот, когда я почитал то, что на банке написано, я, честно говоря, думал, что даже как бы хотел эту дегустацию отложить. Ну, вот есть еще кое-что продегустировать. Но пена пропадает, это нормально, в принципе. Для такого легкого пива, ребят, за вас. Утолить жажду самое то. Неплохое, ребят, неплохое. Но я думаю, что на Ютубе появятся ролики, где данное пиво будут ругать. Ребят, ну, если сравнивать, конечно, цену, да, 79, вру, 69 рублей за такую баночку. Ну, вся такая линейка маленьких баночек у Хопрайдера идет вот в КБ сейчас по 69 рублей. Ну, дороговато. Ну, что делать? Ну, лучше выпить. Поменьше, но повкуснее, ребят, за вас. Легенькое, легенькое пиво. Не хочу ничего сказать такого плохого. Ну, то, что там водянистое. Нет, оно не водянистое, просто оно легкое. Вот так я вам отвечу. Если его как бы по пятибалльной шкале, да, ребят, ну, я думаю, что даже ну, в своем стиле оно хорошо приготовлено. Я думаю, что можно поставить ему тройку с плюсом смело. В сильную жару вот такой стиль пива самое то. Карбонизация абсолютно хорошая тоже здесь. Что мне понравилось, ребят, то, что здесь в аромате чувствуются нотки хмеля. Это большая редкость на самом деле для вот таких легких лагеров. Обычно в легких лагерах вообще может ничего не чувствоваться, кроме карбонизации. Настолько жадные производители, что они очень мало кладут на тонну воды, составляющих для пива. То есть там и хмеля могут очень мало положить, и, соответственно, и солода. Что мне еще напомнило по вкусу это пиво? Наверное, марочное Афанасий. Светлое. Но то, конечно, порегче. Ну, порезче у него аромат, вкус. А вот это вот гораздо нежнее. Если задаваться вопросом, куплю ли я еще это пиво, я думаю, что, ребят, вполне возможно, что я его куплю. Специально, конечно, покупать я не буду, но если будет необходимость именно в легком пиве, то, пожалуй, я его еще раз куплю. Закусываем.
Друзья мои, ну и, конечно же, кому интересно, я обязательно расскажу про состав данного пива. Я его уже прочитал. Так, ну и по составу, ребят, что здесь в составе? Вода, дальше ячменный солод, хмель, экстракт хмеля и дрожжи. Ну, по крайней мере, Hop Rider честно пишет то, что в пиве есть дрожжи. Потому что некоторые производители пива, отечественные производители пива, не утруждают себя тем, что они не пишут, что в составе пива используются дрожжи. Вот это, я считаю, грубейшая ошибка. Обратите внимание, как Hop Rider заботится о своей репутации и, значит, на составе пива обязательно делает акцент то, что там и хмель, и экстракт хмеля. Это очень важно на самом деле, друзья. О, какая хорошая креветка, большая. Сегодня мы ничего не меряем, потому что мне лень мерить с помощью рефрактометра, что-то здесь смотреть. Сегодня самая настоящая пятница, когда хочется просто попить пиво. Угу. Вот. Это Витя с икрой. Очень легенькое пиво. Очень. Кстати, вот под такой лагерек сушеная креветка очень хорошо заходит, ребят. Реально очень хорошо заходит. Нежнейший вкус. Слабо соленая. Не перебивает ничего. Прекрасно. Друзья мои, за вас. За всех подписчиков канала «Пиво делай сам». Мне понравилось. Вот такая вот советская кружка, 0,25, очень подходит, ребят, под данную баночку. Не больше и не меньше, самое то. Да, запах хмеля еще до сих пор присутствует. Прекрасно. Мне понравилось. Напомню, здесь у нас состав самый простой. Вода, ячменный солод, значит, хмель, экстракт хмеля и дрожжи. Все, больше ничего тут такого нет. Сверхъестественного. Естественно, название хмеля, название дрожжей, производитель не указывает. Вот такая вот кружка.
Ребят, во времена СССР такая кружка стоила 29 копеек. 29 копеек. Вот такая 0,25. И, по-моему, 35 копеек кружка 0,5. Друзья мои, ну вот наша дегустация подошла к концу. Я вас всех благодарю, кто поставил лайки. Поставьте, кто до сих пор еще не поставил. Обязательно напишите комментарии, если вы пробовали такое пиво, если оно у вас продается, сколько оно стоит у вас в ваших магазинах, понравилось оно вам, не понравилось, на что оно похоже. Все это обязательно напишите в комментариях. Ну, а я с вами прощаюсь, ребят. На этом дегустация наша подошла к концу. Ну, она подошла к концу в этом ролике. А я думаю, что сейчас можно еще продегустировать что-то еще. И это что-то еще будет очередная обезьянка. Ребят, всех обнял, всех поднял. Всем добра, всем любви, здоровья и хорошего настроения. А с каналом «Пиво делаю сам» будет у всех хорошее настроение. Ребят, всем пока.